Да, мы сегодня уже говорили о нашей культуре, о русской культуре, традициях, но хоть мы там не все знаем, но тем не менее более-менее знакомы и понимаем, что там от нашей культуры ожидать. А вот интересно узнать взгляд иностранца на нашу культуру, на наши традиции, что для него необычно, что обычно, кухня опять же. И в общем, по этому вопросу мы обратились вот к нашему гостю сегодня. Итак, у нас в гостях Мозес Си, эксперт международного уровня в организации управления гостиничного и ресторанного бизнеса, который здесь находится по делам, но тем не менее успел уже посмотреть и пожить, и понять, чем наша страна отличается. Доброе утро, гудмонин. Также София Черепанова будет нам переводить. Доброе утро. Доброе утро. Итак, Мозес, вопрос. Соответственно, наиболее такие характерные черты, может быть, вот, ну, в нашем гостеприимстве, которые удивили, поразили, может быть, чем-то вот отличается от... What of the characteristics of our culture have amazed you most of all? Most of all is being working in the hospitality industry. I was very curious about the hospitality market here in Krasnoyarsk, especially with the bars, restaurants and hotels. And I think like one of the best way to know about the Russian hospitality is like getting into the home, the house of the Russian people. Больше всего я, конечно же, впечатлен тем, работой в маркетинге, тем, что все-таки узнать про культуру можно, именно попав в дом к настоящим русским, чтобы больше всего прочувствовать их культуру. So I had the chance with some my professional partners. У меня был шанс со своим профессиональным партнером. To have an invitation in a family, and I could see how is the hospitality, how the Russian people welcome you to the house. У меня был уникальный шанс получить приглашение в настоящую семью и увидеть все изнутри. Yeah, so the invitation is it's really it's a very amazing, because I had like this kind of invitation with the welcome with the national traditional clothes. Иметь приглашение — это очень здорово, так как они встретили меня в своих национальных костюмах. Yeah, with the bread and salt. С хлебом и солью. Yeah, and then sitting at a table, there's a lot of range of different kind of food. И когда я был за столом, я увидел, что на столе было очень много разнообразной еды. Yeah, so basically, like I think the Russian people are very hospitable. В общем, я думаю, что русские люди очень гостеприимны. Ну, а вот в поведении, может быть, в домашней жизни чем-то отличается от европейцев? So what are the differences in the behavior at the house? The differences between Europe and Russia. Europe and Russian. I would say that from the invitation I had, I was really like the guest. I really feel like I'm the guest. They try to explain me every kind of dish on the table. Я чувствую себя как настоящий гость, так как они пытаются объяснить мне каждое блюдо, которое стоит на столе. Yeah, and another part of it is that they like to show the house, because in many places I went to, they really make me the tour around the house. И еще одна особенность — то, что они очень любят показывать дом. Куда бы я ни приходил, везде мне пытаются это сделать. And something which is very unique is I've been invited to do some sauna after the food, like the bani. И очень уникально оказалось то, что меня пригласили в баню после еды. Так что касается бани, what about баня? Wow, it's when you're not ready, when you're not prepared. For me, the first time was quite difficult because it's very hot. But then after, slowly, the temperature go down, so I could do it. Когда ты не приготовлен, когда ты этого не ожидаешь, это, конечно же, очень жарко. Но потом, когда температура опускается, ты понимаешь, что все-таки это достаточно возможно высидеть там. Ну, понравилось бы. Did you like it? I love it. I really love it. Okay. Ну и кухня, естественно, тем более, что по профессии, я так понимаю, имеет непосредственное отношение, может оценить. Какие-то необычные блюда есть? Вот особая изюминка, скажем так, русской кухни. From a professional field, what's unique about Russian cuisine? Or what dish did you like the most? Right. To talk about the Krasnoyarsk market in restaurants, it's...
I was very surprised to see such a variety of different restaurants in this city. Я был очень удивлен увидеть такое разнообразие ресторанов в этом городе. Yeah. So I've been trying different restaurants from Uzbekistan, from Georgian, from German cuisine. Я попробовал еду во многих ресторанах из Узбекистана, из Грузии, из Германии. Yeah. And when I was invited with my colleagues, my partners, in their house, I've tried different kind of dish, like a lot of smoked and salt fish. Когда я был приглашен моими партнерами в дом, то я попробовал очень много видов рыбы, очень много соленой пищи. Different kind of salad. Очень много видов салатов. Yeah. The borscht, obviously, the soup. Borscht. Borscht. Yeah. And what I really like about the Russian food is sometimes you have many times you have a lot of dishes to accompany to come with the drinks. Что мне очень нравится по поводу русской кухни, так это то, что у нас есть очень много блюд, которые идут вместе с напитками. Интересно. Ну и наиболее такое, может быть, блюдо необычное или которое понравилось? The most creative and the most unique dish you've tried. So I really fancy the herring salad. You know, that's the herring salad. Я был очень впечатлен селедкой под шубой. Yeah. Хорошее дело. That's something very special that you can't find anywhere else. Это очень специфично. Yeah. Вы не можете это найти нигде, кроме России. Mm-hmm. В общем, есть чем гордиться. Селедка под шубой. И еще одна такая категория, наверное, которая, ну, наша страна может быть похвалиться, это природа, да. То есть Мозес где-то уже побывал, я так понимаю, что столбы, естественно, разумеется. То есть, ну, впечатление, что я видел. What are your impressions about our nature? You've been to many places. So it's the first thing flying to Siberia is the wilderness. It's an area where you have a few population with a huge landscape. Ну, первая вещь это когда ты летишь в Сибирь, то ты понимаешь, насколько дикие эти леса и насколько мала плотность населения. Yeah. Last weekend I had the chance to visit the Lake District. What was the name again? This lake, Belo. Belo lake. На прошлых выходных я посетил Belo. Yeah. So, first of all, the road, they are very well designed and well maintained in Siberia. В первую очередь, дорога была достаточно длинная и достаточно хорошая. Yeah, and you see a lot of different fields, crops. You see a lot of forests. Можно увидеть очень много полей и посевных полей, лесов. And I had the chance to have a bath with the black sand, which is like the dead lake, they call it. Туз. Я также посетил озеро, где я мог принять ванну с черной грязью. Exactly. Озеро Туз. Да, озеро Туз. It was very very healthy. And then after we visited the national park with the clear lake as well. Это было очень здорово, и после этого мы посетили национальный парк с чистым озером. Mm-hmm. Yeah, and what I want to say as well is like not far from Krasnoyarsk, you have the national park. И не так далеко от Красноярска находится национальный парк Столбы. Yes, Столбы. And I could manage to climb some of the rocks. Я даже смог залезть на некоторые из скал. And that was a very very interesting, and it's like just next door. Это было очень интересно, самое удивительное, что это так близко. Ну что же, спасибо. У нас, к сожалению, время подошло к концу разговора, но тем не менее, спасибо за эти впечатления. Ну и вот кофейня Текс и Крендель, вам сладкие сувениры. Спасибо. Спасибо. Мозес Сибо у нас в гостях, рассказывал о том, чем ему понравился Красноярск и вот, ну, наше с вами сообщество. Спасибо нашим гостям. Вам слово, коллеги, передаю.